вас пропорционально всем регионам от численности шахтеров Украины на съезде были представители. С Лисичанска, с Волыни, со Львова и так далее. У них закончились в сумках сало, лук, хлеб, у них закончились деньги. И многие уехали домой. Многие уехали домой, потому что еще пошло очень сильное давление на работе под угрозой увольнения. Там нет таких сильных профсоюзов, как в Павлограде. Нет таких сильных профсоюзов. Они не ходили колоннами, как в павлоградцы. У них не было такой задолженности, как у вас была в 90-х годах. И в конце 90-х. Вы в 98-м году приходили в Киев. И многих я вижу здесь, передо мной, которые стояли. Вчера я получил предупреждение. Может быть, у них есть основания, мы тут ходили по улицам. Возможно, они считают, что мы нарушили порядок. Может быть, я не знаю. Может быть, я угнал самолет и летал на нем на Луну. Будем знать. Будем знать, будем защищаться. Те, кто стояли на дороге, если вдруг там они будут нас цеплять, мы всех защитим. Всех. Ни одной стране мира, когда выходят рабочие, даже если они там машины перевернули или шины полили, не трогают рабочих, не трогают. Что робить? Что робить? Нам по барабану Сенька, по барабану Петро, ты для нас основной. Скажи, что робити? Що? Надо давити, скажи потому. Надо погинути, ми погинемо. І все. На, Володя. Скоро начнеться. Уже нечем нам работати. Все ходим, знімаємо беушне і работаем на беушне. Так а чого ви вообще ждете? Ми? Да. Ви думаете, что-то... Думаем, что-то изменится в лучшую сторону. Ну, невозможно работать. Убивают угольную промышленность. Ни материалов, ничего у нас практически нет. Ну, а вот это все, вот, пока вы бастуете, вы думаете, именно вот, вот сейчас что-то изменится? То есть поможет именно то, что вы тут собрались и все-таки требовали? Будем требовать. Ну, мне кажется, достучаться до них очень тяжело. Раньше получали $1000 шахтеры, тогда был доллар по 5. А сейчас и $100 не получают шахтеры. И в таких условиях работать, выезжаем по пояс мокрый, ну, поймите, тоже не очень приятно за такие деньги работать. Ну а как вам вообще Киев? Хоть отдохнули тут от работы? Как отдохнули? Устали. Ну, а все равно... Ну, в столице, все-таки, да. Посмотрели, погуляли по историческим местам, прошлись. Да? А где гуляли? Да где только не были. Возле Золотых ворот и возле Богдана Хмельницкого, и Киево-Печорской лавры. Кругом исторических мест. То есть не зря приехали, да, не хоть зря. Посмотрели. А вы давно в Киеве до этого были? Первый раз. Вот у нас была ошибка в первый день, когда мы шли к администрации президента. Мы не смогли развернуть озвучку для того, чтобы вам объяснить, что делать. Вы не знали, что делать, и пошла стихия. Пока мы принесли эту озвучку, потеряли час, вы не знали, что дальше делать. Люди были разгорячены и все прочее. Лучше все-таки советоваться. Если мы не знаем, мы быстро созвали активистов и приняли правильное решение. Если мы будем советоваться, оно будет более правильно, чем просто поддаться стихии. Вот у вас же какое телевидение? Украинское? Да. И вот как вам понравились те каналы, как показывали вас в Киеве? Которые показали, что мы алкоголики, тетушки павлоградские, непонятные здесь люди. Обычный шахтер, поэтому не пью, скажем так, не курю в общественных местах, ничего плохого мы здесь не делаем. В общем, мы первый день, 21 числа приехали сюда, пошли до администрации президента, с нас сделали не шахтеров, а тетушек непонятных. Были провокаторы, люди, которые кричали, мы пришли сюда свергать власть, это не наши люди были. Смотрите на нас всех здесь стоящих, это те люди, которые сюда пришли добиваться своих
своих денег, своих зарплат. Нормально, чтобы у нас в семьях было благополучие, добро. Не так, здесь и богатый город, люди. Здесь мне так, по моему мнению, жиру бесит. Уничтожали ее, промышленность.